Сегодня в 10:40 утра на миротворческом посту номер 9 в Адулуй-Воду произошел очередной инцидент. Группа гражданских лиц демонтировала предупреждающие дорожные знаки и знаки границы возле миротворческого поста. Разрушен шлагбаум. С прибытием военных наблюдателей беспорядки удалось прекратить. По мнению экспертов, подобные действия могут поставить под угрозу срыва договоренности, достигнутой в рамках Объединенной контрольной комиссии. Помимо этого, они дестабилизируют общественную ситуацию в левобережных селах, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова. Об этом говорили сегодня на заседании ОКК. Такие действия не вкладываются ни в какие элементы, скажем, договоренности, обсуждений, скажем, возможного решения. Все эти вопросы можно было рассмотреть в рамках Объединенной контрольной комиссии, даже в рамках Объединенного военного командования, что кого-то в этой части не устраивало, и какие-то были проблемы друг к другу. Все это требовало своего обсуждения с направлением соответствующих военных наблюдателей. Здесь, естественно, требуется диалог. Для того, чтобы мы все-таки попробовали разобраться в этой ситуации и привести полностью ситуацию на 9-м левом и на 9-м правом миротворческом посту в строгом соответствии с теми регламентирующими документами, которые четко указывают, как должны быть оборудованы посты миротворческих сил. Сегодняшний инцидент был упомянут и в заявлении Министерства иностранных дел ПМР. Дипломатическое ведомство призывает молдавскую сторону воздержаться от нагнетания обстановки вокруг миротворческого поста номер 9. В случае наличия разногласий обсуждать их на площадках, созданных специально для этих целей. Население близлежащих сел должно быть ограждено от безответственных действий провокаторов, говорится в заявлении МИДа.